Только что на этом месте был заяц. А я
значит, тебе уши и хвост, а все остальное мне. Вот так можно! Вот так можно! Может быть, тебе уши и хвост, а мне все остальное? Не понял. Да и вообще, вот, а что мы с тобой делаем? Зайцы-то у нас нет. Нет? Нет. Как нет? Совсем-совсем нет. Совсем-совсем нет?
Кумой, позволился. Во все у нас со своими шутками. То пришла, то ушла. То ушла, то пришла. Да и уши у меня сегодня странные. Что ж, пойти что ли еще какую-нибудь дичь поискать? Ну не умирать же с голодом, а?
тетя. Я говорю, какая я тебе тетя? Маша. Ну, а я что ли? Ты говоришь, это же я, заяц. О, как это? Как это? Я заяц? Oh,
очень люблю. Пожалуйста. Вашим родителям сообщите. Я.
А зачем тебе палец? За что ты хороший? Огромное вам спасибо! Значит, ты же скоро прилечу. И добрый-добрый болит. Меня быстро вылечи. Спасибо тебе, дядя Миша. Я Миша. А я знаю тебя, Миша. Ты заяц. Вот так номер. А как ты узнала, что это хорошее? Потому что и я тоже заяц. А заяц лица видит издалека. И волк заяц, и лиса заяц, и медведь заяц. А вот заяц, он не заяц. А кто? Он лиса. Вот кто? Он, а вот еще один заяц я. Какой же это заяц? Ты же сама... Это же медведь! Все равно заяц. Ой, ну здравствуй, заяц. Здравствуй, заяц. Это медведь. Что ты я здесь зайцев не вижу? Так ты и есть заяц. Я заяц. Как понимаю. Конечно, ты заяц. Как у тебя, который уже убежал. Ну ты беловодный. Какой заяц? Куда убежал? Ты беловодный отрылся. Еще один заяц идет. О, Белобога, ты совсем похож стал. Это ж не заяц, это ж волк. Ну что, я сама не вижу. Сам настоящий заяц. Дядь Миша, ну скажи честно, разыграл ты меня, да? Разыграл. Ну, во-первых, братец, здорово. Во-вторых, я тебя первый раз сегодня вижу. А в-третьих, не люблю я этого вот разыгрывать вот это. Дядя, ты видишься мы с тобой не первый раз. Ну да ладно. Ты лучше скажи, куда ты моего зайца дел? Да какого зайца лучшего забери? Вы что, на зайцах помешались, Коля? Белобуха колесницу про зайцев несет. Да отдайте вы от меня. Я иду малину кушать. Дядя Миша. Я малину хочу кушать. Ну ты дядя, Миша. Надо разобраться, как узнать.
старался. Он какой-то корешок укусил. Какой корешок? Ну, не знаю. Странный такой. Странный такой? Да. Ой, балда, балда, подарила, продала. Не понял. Дура, 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 я перед ненавидая. Это же я ему продала корешок. Буква весь красивый такой. Буква? Буква? Да. Хорошо, а ты запомнила эти буквы? Я, извиняюсь, не очень грамотная, я совсем не грамотная. Читать не умею, но память у меня хорошая. Странный корень откуси и тотчас чудес проси. Чудес! Чудес! Так вот в чем корень! В странном корне! Ну, держись, косой! В кого бы ты не превратился? Погоди, волка, почему не ключатки? Убежал. Так что же это получается? Это все проделки зайца? Oh, okay.
Гриша. Ну, здравствуйте, или не шутите? Не шутим, не шутим. А что ты, дядя Миша, здесь делаешь? А что, сижу на солнышке, Гриша. На солнышке, Гриша. А скажи, дядя Миша, а ты часом зайца не видел? Видел. Да. А он только что вон те кусты приплыл. Лапами прикрыл. А вот это не твоего ума дело. Не твоего. Ну так я сейчас твои уши раз откушу. Я тебя слышу, но я тебя...